Как и обещали синоптики, пусть и небольшой минус отступил, недавно выпавший снег подтаял, и улицы на некоторых участках превратились в своеобразный каток. Безусловно, это вызывало гололедные травмы у населения. Первый пациент, пострадавший от погодных условий, обратился в травмпункт больницы скорой медицинской помощи в пятницу, 11 декабря. Еще 9 человек в субботу, но самый пик был зафиксирован в воскресенье. 22 гродненца обратились за помощью к медикам. Всего с пятницы по понедельник в травмпункт поступили 55 человек. 14 из них с гололедными травмами. Все, со слов пациентов, получены при случайных падениях на скользких дорогах и тротуарах. Сама по себе травма разнообразная. Это от незначительных ушибов и повреждений связок до серьезных переломов, требующих длительного лечения. За выходные госпитализирован один пациент с переломом локтевого отростка. Госпитализирован для оперативного лечения. И если врачам из-за гололеда работы на минувших выходных несколько прибавилось, то у сотрудников ГАИ все было в штатном режиме. По информации пресс-службы, в Гродно не было зарегистрировано аварий из-за погодных условий. Однако расслабляться преждевременно. По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха будет колебаться от минус 3 ночью до плюс 7 днем. Такой предварительный прогноз дают синоптики. Именно такие погодные качели приводят к гололедным явлениям. Медики напоминают, что во время гололедицы лучше никуда не спешить, выходить из дома раньше обычного и выбирать маршруты с хорошим освещением, отдавать предпочтение обуви удобной, устойчивой, с грубой, не скользкой подошвой.